Начнем вообще по порядку. Я вот, прочитав все это, я подумал, что, ну, вполне возможно, я посмотрел, это никакой не прикол, это никакой не рофл, тем более, что сейчас, ну, как бы не 1 апреля, и такого прикола, ну, типа, нету никакой гарантии, нету никаких пруфов, что это не боты, что это там... Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Вроде как нечто подобное у меня было уже, но вот точно вспомнить я не могу, поэтому сегодня мы с вами обсудим бонусные проекты. Да не простые бонусные проекты, вот там, где можно, знаете ли, админку купить, лидерку, там, может быть, я не знаю, верты купить, может быть, там можно еще что-то купить, а бонусные проекты на GTA Samp Android. Типа, на мобилку, бонусный проект. Я вот когда вообще увидел все это, прочитал, я подумал, ну такого же не может быть. Ну какой дебил, какой клинический идиот, какой конченый долбоеб будет играть на бонусных проектах на мобилке. Я не понимаю. Однако, это даже не самповский проект. То есть, я там сказал, самповский проект, там, Android, все прочее. Это Android проект, но отнюдь не самповский. Он КРМП. То есть, понимаете, масштаб проблемы. Это вообще пиздец. Бонусный проект в КРМП на Android, блять, запустился успешно недавно. Ладно, давайте начнем вообще по порядку. Не так давно захожу в LiveSamp, это вы уже все знаете, это начало любой моей истории, любого моего такого, знаете, то ли выпуска новостей, то ли просто обсуждение какой-либо темы, то ли еще чего бы то там ни было. Захожу я туда, значит, смотрю, а там вот новость, пост вообще следующего содержания. КРМП проект Perfect Roleplay успешно запустились. Максимальный онлайн был 2000 человек, а средний составлял 1000. И я вот, прочитав все это, я подумал, что, ну, вполне возможно, Life Mobile, типа, вот все вот это вот издание вместе со всей этой ромашкой, там, вот со всем этим романом, я забыл, как у него фамилия, да это, в общем-то, и не важно, в общем-то, этот весь роман Злобин, по-моему, или как его там, блядь, который держит все эти Life издания, Life все вот эти вот, знаете ли, журналы, Life все вот эти вот мобайлы, все вот это прочее он держит, и я подумал, что он прикалывает, что он ров, типа, КРМП, бонусный КРМП проект, кому это нахуй надо? Однако нет, я посмотрел, это не никакой не прикол, это никакой не рофл, тем более, что сейчас, ну, как бы не 1 апреля и такого прикола, ну, типа, ну, нету такого прикола. Если бы он был, то, ну, я бы, наверное, посмеялся, сказал бы ха-ха, ну, типа, нормально, смешно, более-менее, типа, хорошо, нехорошо, мне, в общем-то, без разницы и похуй. Смотрю на все это, и оказывается, что действительно открылся бонусный проект в GTA КРМП на Android. Еще можно комментировать, кроме того, что, блять, онлайн максимальный был 2000 человек, а средний держался около 1000, ну, я, бля, больше сказать ничего не могу, у меня все, у меня, блять, пиздец, вы че, ебнутые, бля, вы ебануты, куда вы заходите, блять, Perfect Roleplay, че это за хуйня, разумеется, нету никакой гарантии, нету никаких пруфов, что это не боты, что это там не какие-то вот эти вот прочие маркетинговые ходы, чтобы завлечь людей на все эти бонусные проекты, потому что по-другому, ну, я просто как, где, блядь, 1000 долбоебов? Где она, блядь? Я по улице хожу, что-то я их, блядь, не вижу. Ты, чтобы там была, знаете, в шеренгу, ёпта, шли друг за другом 1000 каких-то долбоебов. Я такого вообще не вижу. А тут, вот они, блядь, где сидят-то, оказывается, или чё? Как вообще, какие, блядь, 1000 человек-то? Это же вообще пиздец. 1000 человек, это онлайн на одном из серверов Аризоны, блядь. Вы представьте, Аризона РП, блядь. И Perfect Roleplay, блять, КРМП. Вы где-то хоть такую хуйню слышали? На Black Rush там 1000 человек, типа, вы хоть где-то, бля, Perfect Roleplay, чё это вообще такое? Вы где-то хоть, бля, слышали что-то про Perfect Roleplay в последнее время? Я вот, допустим, слышал Perfect World, да, вот это вот MMORPG, можно зайти там, поиграть, попрокачивать персонажа, луки, маги, там, чародеи, эльфы, древнегреческие какие-нибудь боги, блять, Ра, там, не Ра, блять, какие там, ёпта, блядь, эти, блядь, фараоны, нахуй, прочая хуйня. Но тут, блядь, я просто, я вообще охуел, блядь. Я смотрю на это, думаю, кто на этом? Ладно, давайте без эмоций, давайте нормально попробуем все это, блядь, обсудить, вот эту вот всю новость, в самом деле. 1000 человек зашла поиграть на Perfect Roleplay.
Ну, если на этом бы все закончить, то, в принципе, можно было бы еще подать его Perfect Role Play, наверное, какой-то нормальный проект, типа бонусник, вроде того. Ой, что, бонусный проект? Что, и сколько онлайн? А, 1000 человек. Ну, в Сампе бонусный проект, ну, нормально, да. На Android, да, получается? Ну, тоже, наверное, типа, чуваки давно хотели себе там что-то прикупить, может быть, админку, может быть, лидерку, может быть, прочие вещи, ну, типа, ну, неплохо, ладно, пусть поиграют, пусть там вроде как что-то поделают, поразвлекаются, ну, всем же, все же давно хотели там, знаете, купить себе какие-нибудь вот эти вот все машины, там, скины, прочие вот эти какие-то, возможно, капиталистические блага, ну, типа, ну, ладно, пусть поиграют. А, что, сервак в КРМП? В КРМП. Да, то есть это вот русские машины, вот это, бля, русские поля, блять, русская кара, вот это вот вся хуйня, да? Правильно понимаю? Угу. 1000 человек зашло, да? Ага. Ну да, значит. Не, ну в целом, ну да, не расстроен. Просто проебали, блять, все. Поколение ТикТока, блять, что это за пиздец? Разумеется, я, блять, надеюсь больше всего, что... Все это, блять, это боты. Вот это вот 1000 человек, может быть, там человек 100 настоящих зашло, я поверю, да. Хотя, блять, 100 на мобилку в КРМП, блять. Ладно, 100 человек зашло, а все остальное это боты. В принципе, ну, наверное, это еще можно объяснить. Но 1000 человек, блять, что нахуй? Че, ёбнутые вообще? Какая 1000 человек, блядь? Чуваки, давайте, пацаны, серьезно, блядь, это уже вообще нахуй не серьезно. Вы чё, какая, блядь, 1000? Вы чё говорите-то такое вообще, блядь, это ж... Я не знаю. Да мне и сказать, в общем, тут больше не хули, я тут сижу, разглагольствую, блядь, сказать-то тут больше нечего. Все, блядь, все мы проебали. Если это реально 1000 человек вот на этом вот всем Perfect World Roleplay, блядь, Prime World, Perfect World, Prime World Roleplay, блядь. Если это реально 1000 человек, то мы все проебали, блядь. Я не знаю, блядь, какая 1000 человек, нахуй. Откуда она там, блядь, берется-то? Я просто не понимаю. Это вообще какой-то пиздец. Конец года 2020-го он выдался таким. Ну, тут уж извините, пока долго в себе все это копишь, весь этот негатив, все вот это вот изредка, как там как-то вот это вот все выплескиваешь не до конца, видимо. Вся эта желчь, вся эта токсичность, весь этот негатив выходит, и вот приходится нечто подобное, знаете ли, делать, заниматься тем, что записываешь видеоролики на минут 7, может быть, на 8, а в которых рассказываешь о том, что вот существует Perfect Roleplay, и на нем, блядь, играет 1000 ботов. А если на нем играет 1000 не ботов, а тогда мы, в общем-то, все проебали, и у нас все, в общем-то, как нельзя, кстати, хуево. А в остальном, ну, наверное, мы еще как-то поживем, вполне возможно. А может быть и нет. Хотя, если это не боты, то всему пизда. Однако, я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие интересующие вас вещи находятся в описании данного видеоролика. Заходите туда, ознакомляйтесь со всей этой информацией именно там, и, кстати, там же в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал и на прочие соцсети. Спасибо большое и до свидания всем.